Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Дисан. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. В прошлом эпизоде мы вроде словили одного покемона. Вот, хоть нет, кого мы словили? Кого мы словили? Да, вот этого мы словили. И, в принципе, сейчас давайте идем дальше прокачивать покемона. Вот как раз там покемон босс. Сейчас мы вот так и тебя. Он у нас уже есть. И... Отлично. Так, идем мы вот сюда. Фиг его знает, получится ли вот этого словить, так как он... Ух, ни хрена себе. Да. Ну, сейчас попробуем. Так, и вот сейчас, если он, конечно, не отхилится... Ага. Ага. Ладно. Гипноз получит. Так. Ну, давайте еще раз попробуем. Ладно, потом как-то словим. Ну да. О, Санилы эволюционирует. Отлично. Ну. Так, отлично. Вот он. Так. Сейчас... Извиняюсь, и пойдем мы вот куда. Так, мы идем опять полетим. А я тут был. Там покемон босс был. Или нет? Или мне показалось? Да. О, да, действительно есть там. Вот он. Так, летающий. Нет, вот он. Так. И вот так. Отлично. Так. Вот там еще один. Где он? Вот он. Там еще один одиш, но я уже помню, что мы одного словили, как бы еще одного. Так. Я тут был уже. Да, был. Так что идем и вот сюда. Вот так. И летим. Так. Ну, кто-то. Кто-то. Чё-то никого нету.
А, нет, 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 да чё ты? Да взлетай ты, ух. Так, летим вот сюда. Ай. Фу. Так. Вот сюда. Тут тоже никого. Сюда. Тут тоже. Зато тут есть какая-то шахта. Не знаю. Ну, в принципе, можно спуститься, посмотреть. Ух, куча гравия. Там еще. Так. Идем вот сюда. Еще гравий. Ну, давайте попытаемся спуститься. Вот. Еще. Там тоже. Давайте вот сюда. Ну, больше я не знаю, будет ли тут что-то. Хотя фиг его знает, фиг его знает. Но там ничего. Тут. Так, тут у нас, тут у нас, тут у нас. Ух. Пещера какая. Ух, там гравий. Еще. Так. Да, давай вот сюда. Огромная пещера, поэтому сейчас мы как-то будем отсюда. Ух, ух, ух. Ну там нифига нету. Не, ну как бы может что-то есть, но вот тут сейчас слазить вот это все. Вот, можно еще вот туда пойти. Ту сторону. Так. Вот так. Ай, да твою ж мать. А, ну, тут тоже что-то есть. Ух, нифига себе. Идем мы вот сюда. Сейчас, может, что-то, в принципе, и будет. Фиг его знает. Так. Изумруд там. Тут у нас, как я понял, ничего. Тут тоже. Не, ну большая шахта такая, всякие ходы и туда, и сюда, но как-то вот ничего нет в этой шахте. Тут у нас что? Еще изумруд. Ну сейчас, ребята, мы так побегаем по шахте, в принципе, может что-то и будет. Ай-ай-ай-ай-ай-ай. Ну, давай уже, харе. О, там покемон босс. Ну,
Так. Ищем мы фосил, ребята. Когда как бы не ищешь его, да, случайно, вот так заходишь в шахту какую-то. Ну, как бы не случайно, да, спускаешься туда, там покемон босс, например. И вот фосил там. Отлично. А вот когда нужно... Так, спустимся мы вот так. Нет. Вот, отлично, есть что-то. А, изумруды. Ах. Ребята. Нашли вы все-таки. Нашли. Отлично. Офигеть. Искали, искали, но в принципе нашли. И такой фосил у нас уже есть, как я понял. По виду так внешнему. Но поменять-то его можно, да? Уже классно то, что мы его нашли. Искали, но все-таки уже нашли. Так, там у нас... Нет, нет, ничего. Ну, алмазов у нас, в принципе... Хватает, как я думаю, ну, знаю. Стак там где-то есть, почти что стак. И отлично, ребята, отлично. Нашли мы. Все-таки нашли. Фосил, офигенно. И давайте, наверное, я его еще пока что не буду, как бы, чистить и делать, да? Ух, это что такое? Так, давайте вот сюда, например. Сюда. Так, фосил есть. В следующей части, то есть, еще один фосил будет. Как бы мы его уже очистим и оживим покемона. Ну. В принципе, давайте идем мы домой уже. Вот. Вот тут. Идем мы поспим. И вылечим покемонов. Поспим. Так. Отлично, фосил, фосил. Все-таки искали мы, искали, ребята. Но нашли. Отлично. И нашли. Ну давай уже. Ну. Идем поспим. И давайте, в принципе, я уже думаю, на этом закончим, ребята. Нашли мы еще один фосил. И давайте на этом действительно уже закончим. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.